конечно, очень напряженная была игра, но ребята сразу же поддержали при выходе на поле. Ничего не оставалось, как выходить. И игра шла очень такая жесткая. Никто не хотел уступать в этой игре, потому что битва была за 6 очков. Даже могли, я думаю, выиграть эту игру, но в отсутствии, конечно, двух игроков было очень тяжело в конце.